В НБУ рассказали, когда гривна начнет расти. Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий считает, что валютный рынок начнет восстанавливаться в ближайшие недели или месяцы. Национальный банк ожидает, что валютный рынок стабилизируется в ближайшее время. Об этом сегодня, 22 января, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий. Пишет «Экономическая правда». «Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 миллионов долларов, через интервенции по методу запроса наилучшего курса, РЕД. Мы продаем на самом деле не очень большие объемы, около 15-20 миллионов долларов в день. Большого перекоса мы не видим», — заявил он. По его словам, текущее снижение курса гривны является сезонным фактором. У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции, сказал Чурий. Он уверен, что ситуация изменится в ближайшие недели или месяцы. В ближайшее время, может пару недель, месяцев максимум ситуация должна измениться. Большая часть средств аграриев находится либо в валюте, либо в товаре, чтобы посеять урожай, им нужны большие объемы гривны, отметил он. Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, ослабление национальной валюты вызвало сокращение экспорта и, соответственно, притока валюты в страну на фоне продолжающихся выплат. По материалам сайта newsgro.com.